Один человек погиб, и трое были ранены в результате перестрелки в Мельбурне. Мужчина около 3 часов удерживал женщину в заложниках. После того, как провалились переговоры с полицией, он покинул свое убежище и открыл огонь. Злоумышленника ликвидировали, но он успел ранить 3 стражей порядка. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В безопасности также находится и заложница. Однако версия теракта пока не исключается. Терроризм – это только одна из версий случившегося. Мы сотрудничаем со специалистами по борьбе с преступностью, с антитеррористическими подразделениями. Слишком рано говорить об этом. Есть и другие версии.